Сегодня на аллее космонавтов в парке «Ривьера» более 60 деревьев. Первым саженцем на ней стала магнолия Юрия Гагарина. Он ее высадил в 61 году, через месяц после полета в космос. Последние посадки на аллее датированы 2016 годом. Тогда свой зеленый след в Сочи оставили сразу три покорителя космического пространства: Александр Иванченков, Сергей Трещев и Александр Лавейкин. Это очень знаковый объект, он давно уже является памятником природы и истории. Он всегда посещаем, в любую погоду, даже в дождь, здесь всегда многолюдно. Люди с интересом рассматривают таблички, которые именные под деревьями. Сегодня аллея пополнилась молодыми деревьями. Славную традицию продолжили космонавты, герой России Павел Власов и Юрий Маленченко. К ним присоединился и министр курортов Краснодарского края, который тоже посадил свою именную магнолию на аллее дружбы. Мне очень приятно здесь быть и пройтись по этой аллее, и что-то вспомнить. И неудивительно, что здесь деревья космонавтов, потому что это место привлекает. Традиция садить деревья – это наша российская традиция, это нужно делать, и мы с удовольствием это сделали. В отличие от своего предшественника Гагарина, который высаживал дерево в Сочи во время отдыха, нынешних покорителей космоса на курорт привела рабочая поездка. Завтра в Сочи между научно-исследовательским испытательным центром подготовки космонавтов и администрацией Краснодарского края будет подписано соглашение. Теперь экипажи после сложнейших полетов на орбиту будут проходить реабилитацию и лечение в здравницах Кубани. Для курортов Краснодарского края это очень высокая оценка, поскольку сегодня в рамках международной конкуренции можно проходить реабилитацию в любой точке земного шара. Но вместе с этим курорты Краснодарского края сегодня готовятся и уже начинают прием как раз на реабилитацию космонавтов. Такое правило есть: сколько человек времени проводит на орбите, ему столько нужно после этого полета восстанавливаться. Это очень непросто. И вот то, что мы увидели здесь, а мы сюда приезжали, специально оценивали базу здравниц, сочинскую конкретно. Вот. И могу сказать, что мы подпишем это соглашение, и если наши космонавты реабилитацию, санаторно-курортный отдых будут здесь проходить, я думаю, что все будут только рады. Сегодня в космос уже слетали 122 российских космонавта, а деревьев на аллее пока в два раза меньше. Но теперь, когда пилоты станут частыми гостями на курорте, наверняка зеленый памятник природы будет чаще пополняться новыми саженцами. Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ».